метро «Синяя птица», и сегодня мы переезжаем из города Нижний Тагил в город Пермь на поезде российских железных дорог. Спасибо им огромное. Ну и чем мы занимаемся сегодня, прямо сейчас. Наши гости получили в подарок вот такой пермский разговорок. Он русско-английско-пермский. Ага, получалось ли когда-нибудь хоть раз в жизни пробовать посекунчик? И есть ли варианты объяснения того, что такое посекунчик? Есть специальный вопрос. I have a special question for you, Mita. What do you think? What means this? What do you think? What it can mean? I would say enjoy your tea or coffee or whatever drink you have in there. Okay. Девчонки, приятного аппетита. Как вам путешествие по русской железной дороге? Вроде прикольно, такой компании весело. Прекрасно.